Здравствуйте, друзья Садового экспресса. Засияло солнышко. Середина марта. В это время, в марте в начале, люблю высаживать лук. Перебираю остатки лука, смотрю, который из них меленький остается лучок. Обрезаю верхушечку. Видите, вот обрезан лучок. И вот такие кантарочки. Это вот когда-то тортик был, небольшая кантарочка. Вот здесь что-то такое. Заполняю совсем небольшим уровнем земельки. Где-то 3-4 сантиметра без дренажа. Без всего вот так вот. И в эти кантарочки обрезанный лук сверху очень достаточно плотно подсаживаю. Поливаю не интенсивно, но здесь главное, чтобы было солнце. Утром вот на этом подоконнике кухонном нашем, кухонном, много солнца. И вот вам такой лучок растет. Так что посмотрите на свой лук, если есть заготовки. Посмотрите, что уже там совсем маленькое и негодное. И можно посадить свежий лучок. С весной, друзья, вас поздравляю. Друзья Садового экспресса.